Дошкольное воспитание на самом деле очень и очень важно. Это база. Это база для всего будущего, для всего дальнейшего. И вот Череповецкое дошкольное воспитание, это действительно сегодня, это не просто места, куда детишек привели, чтобы они провели время, пока родители на работе. Это сегодня действительно качественное и на высоком уровне дошкольное образование. Вы посмотрите, вот мы сейчас выпускников детского сада слышали, как прекрасно поют, как владеют иностранным языком, как прекрасно танцуют. Какие конкурсы проводят у нас в детских садах, и научные конференции, и различные художественные. Вот завтра буквально мне сказали, смотр детских оркестров среди детских дошкольных учреждений. То есть настолько разностороннее образование, настолько оно весомое, выявляются практически все склонности маленького человека, что поможет ему, естественно, в дальнейшем приобрести либо профессию, либо главное увлечение в жизни. Ну и вырастить, естественно, хороших людей, которые будут и город наш прославлять, и пользу приносить стране. Я считаю, что юбилей детского сада – это прежде всего праздник для детей. И поэтому у нас в течение месяца были праздничные мероприятия для детей на группах. Были и фотосессии, видеосъемки, флешмобы, праздники и развлечения, чаепития, изучение истории детского сада, изготовление праздничных открыток для ветеранов. Приходили сказочные герои и дарили ребятам развивающие игры. Ну а сегодня собрались здесь взрослые, которые стараются сделать жизнь детей в детском саду счастливой, чтобы поздравить друг друга.